Деревня Удага, населенный пункт Веремейского сельского совета. Населенный пункт старинный. История образования древностью ходит, конечно. Даже вот если смотреть старинные карты, эти царское время на всех картах присутствует. Трудолюбивое население. Отличительно. Если на территории сельского совета у нас на начало года было 79 коров, ну сейчас больше, сейчас где-то 84 головы, то основная 57 голов здесь сосредоточена. Ну и причем прирост коров этого населения пошел после, когда расформировали хозяйство. Дашка, улыбайся. Коровы не улыбаются? Это мой нос. Красота. Притяжение какое-то. Здесь быть. Я сейчас хожу в город. А здесь какой интерес? Природа, корова, кофе. Ты нас уже умеешь позировать. Мы с телеканала «Беларусь-4 Могилев». Ну, мы телерадиокомпания «Могилев», согласна. Быся. Двадцать коров у нас, ну, всех 28. Ого. С одной начали, ну, стало получаться, стали 2-3. Ну и постепенно за 3 года где-то у нас стало 20 коров. Ну и уже вот сколько? Ну, 8-9 годов где-то держим. Выгодно держать коров? Ну, выгодно. Цена маленькая молока. Хотелось бы больше. Да, 3-400. Ну так. Стараемся. А погладить ее можно? Можно, конечно. Она руку мне не откусит? Ну, а в отпуске когда последний раз были? Никогда. Ну, жена на декретном отпуске. Трое детей у нас маленьких. Одному 10 месяцев, но 2 годика, одному 4. Угу. Когда люди про вас говорят, что вы живете как средний американец в Удаге, вам приятно или... Ну, приятно. Добрый день. Добрый. Отлично. Она такая резвая лошадка. Сергей, чем лучше управлять? Джипом или лошадью? И лошадью хорошо, и джипом, но на лошади спокойней. А какой образ жизни вам больше нравится? Городской? Нет, деревенский. Или деревенский? Деревенский. За что? Ну, тихо, спокойно, красиво. Кстати, вы же в деревне или в городе? Смотри, где? Деревня. Деревня? Деревня. Стой, сейчас. Куда вы? Куда катаемся? Катаемся? А домой куда? Сейчас приедем. Класс. Надо что-то шапки. Скажи, наденем шапку. Скажи, не. Давай, буду садиться домой. Все, поедем домой, Стас? Не, а куда поедем? Кататься поедем? Угу. Папа, мы достали тебе телефон. А теперь расскажите, вы стоите по будильнику или петухи вас будут? Мы встаем по времени. Уже привыкли подниматься по времени. 4 часа, 4 часа. Да. Подъем утра.
4 часа? Да. И что вы делаете в 4 часа? Справляемся, корову доим, все остальное. И вы это делаете? Ну, пока дети спят, то да. Потом прихожу, собираю детей в садик, отправляю. Ну, а потом еще в свое по хозяйству. А как вы познакомились? В клубе на танцах. Мы танцевали медляк. Там и познакомились. Хорошая собака, хорошая собака. Это Борман. Как, Борман? Uh-huh. Отлично. Сколько же вас тут кисоньки? Киса, 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 кисоньки. Понимаете, дело в том, что вы в городе Нуяково. Вы утром встали, и у вас это забота, работа. А у нас деревни нет. У нас мы поднимаемся утром, где-то чай попили, может, не попили. У нас коровы, свиньи, куры, огород. Где-то надо 4 подняться по полу. Где-то вот, понимаете, в чем это дело. Поэтому мы из деревни, мы не приспособлены к городу, чтобы просто подняться, помыться и уйти. Нам надо где-то что-то делать, понимаете? Вот, вот в чем. Люди, мы просто как деревенские люди. Як сядеться? Хорошо. А мы дуже не сядем. Сейчас на огороде то бульбу копаем, то бураки убираем, то не макали сядеть. И картошка хорошая, и морковка, все хорошее. Стараюсь для внучек. Внучки поступили, так я говорю, надо ж, каждый раз в субботу приедут, надо ж что-то передать. Так стараюсь и для их, и для себе. О, мой Боже, какая красота, да? Наше счастье. Дети. Дети. Да. Та самое главное дети, что есть дети. Есть для кого. И все остальное. И все остальное. До свидания, говорю. Маши.